Вас приветствуют грибоведы. Выписали меня из больницы. От всей души благодарю всех, кто так эмоционально откликнулся со своими пожеланиями здоровья, выздоровления и всяческих благ и так далее. Ваша поддержка меня очень хорошо так и грела, и давала возможность подняться. Вот. И что интересно, пока я лежал в больнице с третьего этажа палаты и глянул так в окно, а смотрю, на газоне растут грибы. Видать, пришли меня тоже поддержать. Ну вот, что это? Это шампиньон полевой. Шампиньон полевой, или как еще печерица его называют. Вот. Растет на газонах обычно. Вот. Чем он интересен? У него вот в старом и да и в молодом возрасте эти пластинки розового цвета. По мере старения они становятся коричневого. Вот. И сама поверхность белая. Вот. Гриб считается съедобным и даже деликатесным. Вот. Ну тут они уже, пока меня ждали, моей выписки, они уже постарели. А так были белоснежные такие, росли. Вот. Это территория Мариинской больницы на Литейном. Вот. Обычно такие грибы растут на балке, на газоне. Вот. В Европе считается гриб деликатесным. Обычно он растет на пастбищах. Вот. Там, где очень хорошо удобренная земля. Вот. Его собирают. И плюс еще чем интересен, это один из первых грибов, который был приучен людьми и стал культивироваться на фермах. И вот эта культура разведения грибов, она началась еще в 17 веке, а потом в 18 появилась уже в России. Вот. Ну, оставим их здесь. А сейчас я пока тут ждал, пока меня заберут. Вот. И дошел еще один вид грибов, который тоже очень интересный. И я его встречал очень редко. Сейчас мы его снимем. Вот. А вот еще один гриб, который на газоне растет. Вот смотрите. Это у нас опенок луговой. Шикарный гриб, фантастический. Видите, чем он характеризуется? У него редкие пластинки, вот такая кожистая поверхность шляпки. Гриб очень ароматный, но ножка довольно-таки трудно отрывается, поэтому их собирают обычно ножницами. Вот. Что я могу сказать? Вот у рестораторов, вот этот гриб считается более ценным даже, чем белые грибы. Ну, по ценам. Вот этот гриб где-то раза в два дороже белого. Вот в сушеном виде. Вот. Смотрите, какие они. Прям свое это название. Действительно, как опенок. Ну, это такое русское название. Вообще, он из рода маразмиусов. Маразмиус, я вот не помню, я как дальше называется, видовой. Вот. Но род маразмиус. Вот такие опенок луговой. Тоже на газоне. В городе грибы не собираем, конечно, но тем не менее, можно. И еще один вид интересный есть. Пойдем дальше посмотрим. Вот. А вот еще один вид грибов, который
мы нашли на газоне Мариинской больницы, пока я тут сижу, жду выписки. Вот. Это полипорус чешуйчатый. Очень интересный гриб. Вот. Смотрите, он покрыт вот такими чешуечками. Ну, что говорит о своем. Вот. А вот гименофор. Гименофор действительно пористый. Многопорый. Полипорус. Ну, что тут. Вот. Гриб очень интересный. Чем? В молодом возрасте это вполне достойный гриб. Съедобный. Вот. Ну, он, и можно его жарить. Вот. Делает икру. Добавляет фарш. Довольно-таки ароматно пахнет. Вот, очень интересный такой запах. Вот. И вот если... Вот сегодня у нас... какое число? 21 июня 2024. Да, сегодня 21 июня 2024 года. Вот. После сильных дождей, вот, которые были в Петербурге, вот они выросли вот здесь на газоне. Но я так понимаю, здесь это был пень старый. И вот корни сейчас сгнивают. И вот тут они и растут. Вот. Ну вот в таком виде. Ну этот уже, скорее всего, да, уже жестковатый будет. Вот. А вот уже еще с такого вида вполне съедобный гриб. Вот. Так что вот такие дела. Вот. Ну что, еще раз большое спасибо за поддержку. Так, буду восстанавливаться в поликлинику после, в понедельник пойду. Лечение продолжат. Вот. Ну, еще раз говорю, спасибо всем и делайте диспансеризацию вовремя, чтобы знать заранее, какие болезни могут быть. А вот так на меня внезапно, неожиданно, ни с того, ни с сего. И сразу на операционный стол. Для меня это было очень удивительное дело, потому что я всегда считал себя здоровым мужиком, который вон спокойно на байдарке там 10-15 километров спокойно ходит по лесу, бродит, никаких вопросов, ничего. А сейчас надо, вот после операционный период, надо ограничить нагрузки, что не более 5 килограмм. Вот. Поэтому корзинки будут поменьше. Ну все, до свидания. Вам успехов, здоровья и всегда полных корзинок самых хороших грибов. До свидания.